Всем привет, друзья, с вами Корвит, мы находимся в First Feudal, я немножко поиграл, друзья, без записи, и на нас напали, короче, чуваки в медной одежде, вот, вот в такой вот медной кольчуге, я ее забрал себе, поставил, вот, что сейчас будем делать, друзья, сейчас будем потихонечку выходить в камень, то есть сейчас будем штамповать каменные стены, делать каменные дома, вот, и потихоньку-потихоньку выходить в каменные стены, для того, чтобы как-то уже огораживаться, да, от мира, то есть как-то уже обозначать какую-то свою личную территорию. Вот будем сейчас все это делать. Я, в принципе, сделал там и строителей, и ремесленников, и всех-всех-всех, да, и как бы, в принципе, мне всех теперь хватает. Тут у меня есть один лесоруб, один ремесленник, один оружейник, один строитель, один фермер, один пастух, один шахтер. Вот. Естественно, я бы, конечно, лучше бы сделал бы еще одного шахтера, но пока что. Хотя, вот, в принципе, можно из оружейника сделать еще одного шахтера, да, опять же, временно. Потом, если что, можно будет его обратно вернуть. По еде у меня, друзья, все здорово. Еды у меня очень и очень много. Я постоянно кушаю, и еда у меня не уменьшается вообще. Левел новый я пока не получал, так что пока бегаем со старым. С овечками проблем вообще никаких нет. То есть они там потихонечку пасутся себе. Вот, и никакого горя не знают. Кушают там травку, размножаются, шерсть там тоже потихонечку носят. Уже 190, офигеть. Так, у меня сделали еще один каменный вот такой вот станок. Надо просто вот таких вот каменных булыжников сделать как можно больше. Поэтому мы сейчас строителя вернем в ремесленника. Пускай тоже всем этими делами занимается. У нас 25 всего лишь этих булыжников. Вот, их надо делать как можно больше, чтобы их было просто там гигантское количество. Пойдем посмотрим. В принципе, здесь и здесь сейчас этим делом занимаются. А, нет, здесь вот не занимаются. Ну, давайте мы тогда будем всем этим делом заниматься. Наносим, короче, кучу каменных булыжников. Так, а чтобы не сделать эти вот каменные дома, мне надо 6 каменных блоков и 1 глина. То есть мне нужно еще много-много глины, в принципе, да? Примерно, ну, хотя бы вот так, да? Вот, все остальное вот так вот взять каменные блоки. И теперь можно пойти попробовать построить, собственно говоря, такие каменные стены. Блин, ну мне кажется, знаете что? Мне кажется, что надо, наверное, деревянные вот эти вот стены ломать, да? Нафиг, короче, вот так вот их сносить. По одной, наверное, да? То есть не будем, наверное, сносить сразу все. По одной будем вот так вот, наверное, потихонечку сносить. Вот так вот прям делаем. Даже можно, знаете как, даже можно вот эти бочки, наверное... Нет, эти бочки захватывать мы не будем. Да что ж такое-то? Сколько ж можно на меня нападать-то, елки-палки? Так, давайте вот это уберем. Так, берем каменные стены. Вот, блин. Ладно, погнали, ребят. Надо развлекаться. Там вон уже четверо идут в медной броне. Офигеть. Мы их вот так вот навешиваем им. Ай-яй-яй, меня огрели. Ну, вот так вот навешиваем. Отлично. Все, тут уже у нас и медные щиты пошли. Все-все-все. Все, что надо, короче, ребят. Все есть. Можем взять с вами, позволить уже все, что можно. Так, ну давайте, давайте, друзья, сейчас немножко пока с каменным домом решим, да, а потом уже тогда пойдем собирать лут, который там у нас остался. Вот так вот мы все делаем в камень. Единственное, что каменной двери у меня почему-то нету, да, придется ставить деревянную. А, ладненько, теперь давайте мы все это дело как-то построим. Как-то вот так вот, оп, 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 оп. Оп-оп-оп, отлично. Вот так вот, друзья, уже как-то начинают потихонечку. Блин, закончились у меня инструменты. Где мой молоток? Кто видел молоток? Вот вам вот есть молоток, спасибо. Так, вот это все мы вот так вот. Тин-тин-тин-тин-тин. Так, восстанавливаем стаминку. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Давайте дальше вот так. Тут стаминку восстанавливаем. Как-то вот можно, если вот так вот бить, да, можно сразу делать две стены одновременно. Ну, блин, так фиг попадешь по ним, чтобы сразу две делать.
Ага, что-то у меня закончилось. Камень у меня закончился. Булыжники вот эти у меня закончились. Ну, в принципе, как бы глина тоже у меня, по сути, почти закончилась. Да? А, тут уже 1000, блин. У меня уже все битком забито, ребят. Просто все забито битком. Офигеть, офигеть. Когда такое было? Когда такое было? Так, а, ну давайте, подождите, вот так вот выйдем, обойдем. Я не знаю, каменные вот такие вот стены, они как-то влияют на счастье или нет? Сейчас будем все это чекать, все это будем сейчас смотреть, друзья. По идее, должно влиять на счастье. Доступна новая наука. Сейчас будем изучать. Подождите, блин, у меня ж не 100 рук просто, да? Сейчас будем все делать. Все будем изучать. Не могу туда дотянуться. Мешают, блин, эти колонны. Стаминка постоянно заканчивается, елки-палки. Да, до туда. А нет, могу вот как-то вот так вот, в принципе, дотянуться могу. Получается. Эть, а почему тогда здесь не получается? А, и здесь тоже можно. Чего? А, недостаточно выносливость. Я думал, уже глина опять закончилась. Вот так. Здесь дотягиваемся, отлично. И здесь. Отлично. И последнее. Блин, ну чуть-чуть, ну стаминочка, ну что ты меня подводишь, а? Ну елки-палки, ну надо ж как-то это... Вот, вот такой вот у нас красивый каменный дом, ребята. Это первый, да, нам нужно будет еще сделать много таких, на самом деле, каменных домов. Вот этот сделать тоже каменным. Сделать, я его, наверное, сделаю таким вот длинным. Это будет такой длинный-длинный склад, который потом со временем я, наверное, все это дело заменю на бочки, либо на какие-нибудь... сундуки большим диаметром, так скажет, да? Вот, все это будет потихонечку заменяться. У нас уже 5-й левел с вами, да? 150 у меня уже выносливости. Обработка глины. А, вот у меня бронза, да? То есть мне надо бронзовый слиток, мне надо, короче, медные слитки делать, чтобы перейти в бронзу. Вон оно что. А я-то все, блин, думаю, где мне взять бронзу? Елки-палки. Оказывается, ребят, надо делать слитки. Но они, в принципе, делаются, да? То есть там как бы есть люди, которые их делают. Так что я думаю, что это дело времени. Так, берем тогда каменные стены. Продолжаем тут все застраивать камнем. Так, надо отойти. Мешаешься. Вот так. Нет, подождите, не здесь, что-то... Что-то я как-то не там, по-моему, все это дело строю. Как-то... Как-то вот здесь это все должно идти. Вот так вот. Вот. Вверх. И вот сюда. Вот таким вот образом. Так. И... Вот здесь вот так вот ломаем. И сюда ставим дверь вот такую вот. Ай, блин, а чё она не поворачивается, а? Чё она? Вот так. Вот раз. И вот сюда. Вот так два. Вот, всё. Потом, вот здесь вот нам тоже нужно будет всё это дело сломать. Это что такое? Горшок с цветами. Кувшин цветы. А, подождите, вот, необходимое для защиты и уюта в помещении дает 15 единиц счастья на дистанции не более 3 метров. Вот, классненько, классненько. А это дает 10 единиц счастья на дистанции 2 метра всего лишь. Так что, да, действительно стоит делать вот такие вот дома. Действительно стоит. Так, ну что нам тогда делать? Давайте вот это тогда все дело ломать. Давайте вот это дело все ломать. Вот так вот мы это все дело ломаем. Вот так вот. Вот так вот. И вот это, наверное, тоже я сломаю, чтобы она здесь не мешалась. Вот. Потом, кровати вот эти. Я не знаю, от кровати мне от обычных, наверное, тоже стоит уже избавляться, да? Будем вместо них ставить красивые кровати, уютные, комфортные. Будем ставить их, наверное, в нескольких даже местах. То есть будем делать что-то... Глиняный верстак. Будем делать даже что-то, наверное, типа... Так, давайте поставим этот глиняный верстак где-нибудь вот здесь.
Вот, типа домиков таких, да, где будут постепенно-постепенно жить все мои жители. Так, убираем тогда эти кровати отсюда, вот так вот, нафиг. Нафиг убираем их отсюда, вот это все дело забираем. Забираем, все, места у меня нету, закончилось у меня место. Давайте, ладно, доски куда-нибудь сюда тогда поскидываем, в принципе, их будет довольно много. Здесь вот валяться, поэтому я думаю, что стоит где-то выделить под них какое-то место. Блин, надо, короче, уже тогда здесь строить, чтобы немножко избавиться от тех ресурсов, которые у меня сейчас валяются. Так, что-то у меня закончилось. Глина у меня закончилась. Глины давайте возьмем чуть-чуть. Вот так, и погнали. И получается, один каменный блок — это одна глина. Так, доски здесь, да? Здесь у нас доски. Доски берем. Так, чего мне опять не... Да что ж такое, сколько надо этих досок-то, елки-палки. Вы издеваетесь, что ли? Вы издеваетесь, что ли, надо мной, а? Не понимаю я вас. Да, поставил, блин, я дверь. Черт, ладно. Придется потом переносить этот ящик. Так. Так. Все, камень закончился. Теперь вот это все надо отсюда забирать и переносить куда-то вот сюда, наверное. Так, вот здесь у меня шерсть. Доски вообще можно, мне кажется, даже... Так, сейчас, ребят, секундочку. Так, доски, мне кажется, вообще можно уже удалять, да? Вот как и палки вот эти вот, в принципе, их у меня уже дохренище просто. Ой-о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 й, персонаж хочет кушать, я забыл поесть. Кушай, родной, кушай. Сколько в тебе влезет, столько и кушай. Так, давайте дособираем вот эти вот ресурсы, которые здесь валяются. Строитель у меня, я не знаю, что он делает, или его у меня нет. Это шахтер. Оружейник тогда, да, видимо, у меня закончилось оружие. Это у нас кто бегает тоже? Шахтер, да, у меня закончились, видимо, кирки. Так, основное, значит, защита, декор. Ну вот, стены. Стены мы возводим вот здесь. Вот так и вот так. Вот такой вот будет маленький домик. Это что ж такое-то, елки-палки? Так, ребят, на нас здесь нападают, поэтому давайте мы, наверное, пока соберем оружие, да? И будем отбиваться от врагов-злодеев, которые пытаются отжать тут нашу область. Где они? А, вон они. Они с той стороны. Народ, они с той стороны. Все туда. Вон они все бегут в меди. Все в меди одеты. А нет, не все. Их всего пятеро, поэтому. Народ, чё стоим? Кого ждем? Вот так. Шоп. Вот, тихо. Меня почти убили. Я успел уйти вовремя. Так, кушаем, чтобы восстановить быстрее хпшку. Так, ну и погнали теперь дальше все это строить. Нужно же ускориться, наверное. Так, камень. Нужен камень. А вот это вот дело надо скинуть. Сюда скинуть. Потом вот эту кожу так тоже поскидываем. Так, строители. Ну, пока я не вижу там, кого можно сделать строителем. Так, камни забираем вот эти вот. Вот так вот. Идем глину тоже забираем вот так вот. И продолжаем все это дело строить. Молоток снова сломался. Елки-палки, что ж такое? Что ж за жизнь такая-то, а? Вечно эти молотки ломаются. Вот синий. Молоток синий, ты ломаться не должен. Так, что у меня вот это за пацаны стоят? Оружейник и шахтер. Не понял. Вот сейчас я не понял. Оружейник и шахтер. А чё, мне нету, что ли, кирок? Или чё за прикол? Вот три штуки. Почему ты их не делаешь? Объясни мне, чувак, почему ты их не делаешь? Кирка. Нужна деревянная палка и камень. Деревянная палка есть. Камень. Камня нет. Ёлки-палки, камня нет. Офигеть. Офигеть. Так,
Отмена. Отмена. Все, хватит делать каменные блоки. Блин, значит, мне нужны обычные камни. Мне нужен обычный камень, чтобы сделать кирку. Давайте добывать тогда, значит, обычный камень. Ёлки-палки, это ж надо так, ребят, обычный камень закончился. Когда такое было вообще? Я такого даже не припоминаю. Всего лишь один камушек я смог здесь добыть. Жесть. Жесть. Так, давайте мы его, наверное, оставим в себе. Ставлю я его, наверное, себе. Блин. Вот это, конечно, нехорошо получилось. Ладно, поспим тогда. Что у нас здесь лежит? Здесь вот какое-то медное... ух ты, медное копье. Интересно. Да, закончились у меня, получается, все инструменты. Это плохо. Инструменты закончились, значит, надо их идти где-то добывать. А добывать их только можно с помощью камня. А камень, блин, хрен раздобудешь, судя по всему. Он какой-то недобываемый. А где камень? Почему камень здесь не добывается? Жесть, камень не добывается тут, а. Два камня только, офигеть. Шутите, что ли? Ребят, вы шутите? Какие два камня? Блин, а сколько надо, чтобы сделать кирку? Четыре надо камня. Блин. Это же надо таке. Три камня у меня есть, да? Мне надо еще один камень. Один камень, блин, ну, ребят, ну, не шутите так, а? Я думал, камень у меня не закончится никогда, потому что у меня почти две бочки были заполнены камнем полностью. Я думал, что он реально у меня никогда не закончится. Но он закончился, причем закончился очень быстро. Я даже не успел ничего понять. Отлично, вот есть еще один камушек. Берем палку. И делаем кирку. Вот так вот. Опача. Отлично. Идем сюда, выкладываем ее. Чувак ее сразу забирает и пошел бить камень. Я тоже, чувак, буду бить камень с тобой. Будем с тобой бить камень вместе. Блин, молоток у меня сломался. Это плохо. Так, это мы тогда скидываем сюда. Это мы скидываем сюда. Да, чтоб ты... А, там уже, блин, места нету. Ладно. Тогда делаем вот так. Так, по дереву. Что у меня по дереву? В принципе, все неплохо. То есть и доса, как бы, и палок. Все-все-все у меня есть, да? Мне нужен камень. Мне нужен камень в огромном-огромном количестве. Здесь вот два камня есть. О, 10 камней есть, отлично. А, ну все, тогда можно, в принципе, вот так вот выкладывать. Теперь делаем оружейника. Где он у нас там? Оружейник. Опять напали? Да как так? Только что ж буквально вот нападали 5 секунд назад. Опять напали. Офигеть. Броня легкая. Броня легкая. Вон нападают с той стороны, бегут. Их тут пятеро, да? С копьями... С луками. Со всей бедой. Ой-ой-ой-ой, их тут много. Ух ты, черт. Чувак, беги. Чувак, спасайся. Так, давайте вот тех, наверное, пока пощимим. Ты че по мне стреляешь, а? Ух ты, гад вонючий. Гад вонючий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Больно, больно, больно. Тихо, тихо, тихо. По дереву попал. А тут кто-то будет мне хотя бы немножечко помогать, нет? Кто будет мне саппортить здесь? Ребят, алло. Помогайте мне. Ух ты, гад. Попал как, а? Прям четко. Так, это тоже бежит. Все, теперь давайте вот этого тоже отсюда выгоним.
Вот так вот, отлично, убили. Супец захаваем. Тут есть стрелы. Стрелы возьмем. Блин, надо вот это все, наверное, переложить. Мне это какая броня у нас? Средняя, да, отлично. Давайте тогда мы сейчас немножко вот это все поскидываем, короче. Вот так вот, да. Скинем, получается, сюда еще глину. Вот так вот. Я надеюсь, там никого из наших не убили. Нет, вроде бы никого из наших не убили. Возьмем медное копье. Вот этот весь медный лут возьмем. Щит, вот это вот все дело мы заберем. Так, одного здесь убили, одного здесь убили. Там внизу, я не знаю, убили кого-то или нет. У кого-то там внизу, да, вон, что-то там валяется. Не знаю, кого-то там убили или нет. Сейчас посмотрим. Да, кого-то здесь убили. Вот это мы кушаем. Забираем сапожки тогда. Это мы выкидываем. Возьмем, наверное, броню еще такую. Ну вот, теперь все это пойдем скинем. Поставим, наверное, чтобы все одевали среднюю броню. В легкое, я думаю, смысла ходить вообще нету никому. Поэтому все одеваемся в среднюю. Так, вот этот пацан средний, вот этого пацана тоже надо в среднюю. Вот так вот жмякнуть. Это что тут такое? Это мясо тут валяется какое-то дохлое. Так, дохлое мясо. Дохлое мясо. Вот это все мы скидываем здесь. Так, странно, я вот здесь вот вроде бы нажимал на фильтр. Вот так, разрешить. А все остальное типа выключено. Сохранить. А оно все равно почему-то здесь лежит. То есть они вот это почему-то отсюда не уносят. Ни пшено, ничего. Так, ты у нас кто ходишь здесь? Оружейник. Ты что, все закончил, что ли? Ты всем раздал оружие и накрафтил его столько, чтобы хватило на будущее? Нифига себе ты шустрый какой, а? Нифига себе ты какой шустрый. Так, ребят, что теперь? Молоток. А куда ты дел молоток, интересно, оружейник? Молоток-то хоть ты сделал? Так. Вот, есть молоток. Есть. Но только он, правда, белый. Очень плохо, очень плохо. Оружейник, как ты мог. Так, берем тогда, ребят, вот эти вот каменные блоки. Берем глинчинскую. Глинчинскую берем. Так, ну идем теперь все это дело строить. Я теперь, знаете, даже не знаю, хватит ли мне ресурсов, чтобы вот эти вот два здания построить. Если честно, без понятия, да, надо пойти лечь поспать. Тогда я сделаю, наверное, еще один такой тоже домик, и он, в нем тоже будет 5 кроватей, такой вот маленький домик. Или можно сделать много-много маленьких, где будет, допустим, по 2 кровати, тоже, в принципе, как вариант. Мечи вот вроде бы есть, да, то есть как бы с этим проблем я не вижу. Мечи есть. 4 здесь меча, тут вот тоже меч лежит. Тут вот меч, тут меч, тут вот зеленый молоточек вижу. В принципе, с этим, я так понимаю, проблем не будет. Ну, то есть я имею в виду, с оружием проблем у меня нету. И это на самом деле безумно радует, безумнейшее просто. Давайте покушаем, давайте покушаем. Вот, и теперь двигаемся, продолжаем строить. Вот тут, вот тут, вот тут. Вот так. Стаминку восстанавливаем. Да чтоб тебя, блин. Стройся, домик. Стройся, домик, стройся. На-на-на-на-на-на. Да, быстро, походу, у меня уйдет. Вот эти вот блоки. Быстрее, чем я думаю, походу, даже уйдут. Недостаточно ресурсов. Оружейнику и ремесленнику недостаточно ресурсов. Видимо, недостаточно камня. Или я фиг его знаю даже чего. Ай, блин, как же бесит постоянная трата стамины. Почему нету каких-нибудь зелий, чтобы сделать так, чтобы стамина тратилась не так быстро? Глина нужна, постоянно что-то нужно. Вечно что-то персонаж требует. То это, то пятое, то десятое. Давайте это тоже возьмем. Вот так вот.
Двигаемся сюда. Тинц, 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 тинц. Тинц, 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 тинц. Теперь здесь. Вот так. Вот так. Вот, вот. И он там остался. Осталась дверь, да? Но мы ее потом уже сделаем. Давайте продолжать делать каменные структуры. Фух, как долго. Давай, 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 стройся, стройся, стройся. Потихонечку, ребят, помаленечку выходим с вами полностью в камень. Это здорово. Сейчас будем еще, ребят, выходить с вами в медь. То есть будем сейчас делать там медные слитки. Тут, в принципе, осталось-то по этим медным слиткам совсем-совсем чуть-чуть. Поэтому уже... Ой, не в медные слитки, точнее, будем. А будем выходить в бронзовые, да? То есть нам сейчас нужно еще с вами сделать медных слитков для того, чтобы выйти в бронзовые. Тогда уже начнется вообще, наверное, хаос. Ну, я имею в виду в хорошем смысле то, что можно будет тогда делать бронзовые инструменты, которые, я надеюсь, ну, ломаться будут не так часто, как эти. Хотелось бы, конечно, потому что, ну, это как бы немножко накаляет. То, что постоянно они ломаются, вот вечно они ломаются. Постоянно нужно за этим следить. Так, последний, ну, давай уже достраивайся. Все, идем поспим, блин, стамин... А, блин, здесь забыл, стамины нету. Давайте поспим. Когда, интересно, ко мне придет новый житель? У меня сейчас 8 жителей, 39-38 минут ко мне придет следующий житель, 9-й. И я думаю, все будет очень-очень хорошо. Так, один шахтер у меня, я думаю, что стоит сделать еще одного шахтера тогда из одного ремесленника. Мы делаем еще одного шахтерецкого. Так, сейчас персонаж поспит, проснусь, покушаю. Потом нужно будет сделать двери. Так, опять на меня напали. Блин, нападают почему-то, друзья, прям вот. Почему это у меня воин? Почему он у меня воин? Не понял. Воин. А, они типа все уже стали такими, да? Ух, нифига себе, у него там двуручный меч. Хоча, 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 вот так вот. Разрубили всех, отлично. Так, что тут у нас есть? Вот это вот можем вот выпить. Вот это вот мы себе оденем, это мы тоже себе оденем. Есть розовые вилы, это здорово. Вот это мы все возьмем, это мы все сейчас поскидываем куда-нибудь вот сюда, наверное, где-нибудь. Найдем сейчас какой-нибудь сундучок. А вот сюда вот прям поскидываем все это дело. Так, тут у нас вот есть двуручный меч, можно взять, пригодится. Вот это вот можно взять, вилы, вот это можно взять. Тут у нас меч есть, хорошо, сейчас меч тоже возьмем. Давайте вот это скинем здесь, меч. Мечей на самом деле, ребят, очень-очень много, это радует. Это радует. Так, давайте глину вот сюда я скину. Возьмем вот этот... Вот эту вот кольчугу. Ой, подождите, у меня чего-то не хватает, блин. Вот так надо, вот. Так, сюда тогда все это дело скидываем. Все, что у меня осталось, вот этот меч скидываем. Вот эти тарелочки скидываем с какой-то еды. А, ну ее, в принципе, можно захавать. Тарелочки эти оставляем тут. Так, ну теперь погнали. Мне нужны доски. Что-то взял как-то много, блин, этих досок. Каменные блоки оставляем здесь. Так, давайте делаем. А, блин, я забыл. Он там, смотрите. А, это, походу, мне только что сломали, наверное. Надо все это дело починить. Давайте починим. А то как так? Непорядок. Приходят, значит. Ломают мне здесь все. Прям к себе домой. Так, это скидываем. Ну, вот так. Потом доски скидываем вот так. Это у нас кто стоит? Оружейник стоит, да? Давай ты у нас побудешь, наверное, ремесленником. Так, это мы скидываем вот сюда. Потом, что тут у нас еще? Тут, в принципе, больше мне ничего не нужно по луту.
Так. Ну что, ребят, может быть, сделаем подлиннее ферму? То мне кажется, что нашим овечкам тут очень-очень мало места. Или... А, подождите, давайте, наверное, сделаем вот эту вот штуку. Там надо 40 досок. 5 глины, 10 камней. 10 камней, 5 глины надо. 5 глины. И что-то еще, по-моему, веревка, да? 12 веревок надо. Веревки у меня, по-моему, должны быть где-то вон там. Где-то вот здесь, по-моему, должны быть веревки. А нет, тут у меня вот эти штуки. Ну, давайте их тогда возьмем. Сейчас из них сделаем веревки. Так. Веревки делаем. Вот так вот. Все, теперь идем сюда и вот это дело строим. Тут я что-то смогу из глины, по-моему, делать. Ладненько, я думаю, что, друзья, мы на этом выпуск с вами закончим. И на следующем выпуске уже тогда начнем дальше все возводить в камень. Да, тут вот какие-то глиняная заготовка есть, кирпичи есть, прикольно. В общем, не забывайте подписываться, ставить лайки. С вами был Корвет, всем удачи, всем пока-пока.